Обычные люди, не имеющие отношения к юриспруденции, сегодня получили личную благодарность от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Среди пятерки героев – Мира Константиновна Добрынина, известный специалист по защите прав потребителей, меценат и благотворитель Сергей Прохоров и трое подростков, спасших жизни. Помимо этого, сегодня подвели итоги студенческого конкурса. Ребята, их научные руководители, которые и участвовали в конкурсе, будут отмечены все, кто представил работы благодарностью. Ну а те, кто занял первое, второе, третье места, будут награждены дипломами. Всего на ежегодный конкурс, который проходит в пятый раз, поступило 13 студенческих работ. Три номинации курировали постоянные партнеры, в числе которых представительство ООН по делам беженцев в России.